Хей-хей, вы на канале Пикей. Меня зовут Паша, и я рад видеть вас на своем канале. Прошлая серия для нас с Серегой была словно зебра. То хорошие моменты, то плохие моменты, то снова хорошие моменты, то вновь плохие моменты. В общем, это был реально тяжелый день для нас. Закончилось она тем, что направляясь домой к алтарю, нас внезапно Серега застает выброс. А успеем мы добраться до безопасной зоны или нет, сейчас узнаем. Так, ну что, сейчас идем до охотников, тогда напьемся там с колоночки. И в бункере где-то уже выйдем. Если мне, конечно, еще ворота не поставили. Смотри, дамаку... О, ускоряемся. Кадеин сразу схавай таблеточку. Надеюсь, мы правильно бежим. А то будет эпично. Перед тобой нету, точно? Бля, тут скал куча, но не те скалы, которые нам нужны. Так, все, ищи анабиотик, быстро. Но у меня нет анабиотика, у тебя один. Где мой компас, ёпты. Мы вообще не в ту сторону, походу, бежим. Так, такого быть не может. Вообще мы бежали вверх, абсолютно. Да. Нужно ж на север бежать. Ну, а мы бежали на запад, на юг точнее. Как это возможно? Я просто, блядь, посреди какого-то поля, блядь, бегу вдоль этих... Желтое хп. Три полоски вниз. Беги. Адреналин, все есть. Мигающее хп. Так, есть какая-то дорога. Что, прям на дороге сбрасывать? Падла, я умер. Пока не успел. Короче, возле главной дороги. Понял, которая идет с Красностава вниз. Ага, все, я понял, да. Там, где подъем к первому КП, получается, первому бункеру. Беда в том, что меня сейчас не облутается, пипец какой уровень. Это мне нужно сам себя облутать несколько раз. Вот просто не вовремя. Ну почему выброс не мог быть через 3 минуты, через 5 минут? Непонятно. Мы еще с тобой без компаса просто вообще упиздрячили вообще в другую сторону абсолютно. Так, я заспавнился. Я лежу еще в этом. Очень похоже на то, что я в 500 метрах от тебя. Блять, ты не поверишь. Ну, похоже на то, что я на поле под хельмом. Но это не факт. Я пока побегу по компасу, а там правда это или нет, узнаем через пару минут. Ну я походу вставать сегодня не буду, я походу спать лег. Да, ты будешь сейчас минут 15 как я лежать тогда, походу. Не факт, что я, конечно, под хельмом заспавнился. Ой, не факт, но... Вполне возможно. Да, я уже до первой речки добежал. Вот это да. Не где-то там еще в конце березина, не в электро, а просто под аллеей заспавнился. Ништяк. Но вот вопрос, где я второй раз заспавнюсь? Это уже вопрос. Ёшки. Стал. Беги в аллею, короче. Открывай компас и на стрелочку беги на север. Я уже почти до Красностава добежал. О, я нашел свой труп. Нашел, родимый. Ну что? Облутываем. И очень быстро переодеваемся. Быстро переодеваюсь и бегу. Да, я болею, скажи. А что, у тебя тоже радиация? Да, уже. У меня не радиация. Сальмонелла? А, у тебя аж интоксикация, да. Колонки, беги в этот, Серег. В аллею беги. Там проблюешься. Не, еда уже мигающая. Да похер. Откормим тебя. Я свою еду не ел, у меня там еще есть немножко еды, так что я тебе дам. Главное, доберись туда. Грядки кто-то тут посадил. Выживший. Убить его может. Мочи его нахер сразу. Да не надо их убивать. Здорово, парни. Привет. Ой. Есть еда, нет? Да, Пашка, вот, бери. А, ну ладно, все, спасибо. Еще увидимся. Еще увидимся.
ты будешь, подожди, еще может быть. А у тебя здесь шпаклевка, скорняк, швейка или изолента? Скинул. Скоро приду за кабачками. Скоро приду за... Давай, Серег, подходи. У меня кровь красная уже. Еда, вода красная. Ой, не ворота поставили уже. Твою мать. Замком, замком с кодлоком висит. Твою мать. Бегу к нашему входу, потому что вдруг там еще двери нету. Сейчас посмотрим. Есть дверь. Как думаешь, мне к вам бежать прям? Там где-то скидываться? Да. Так, я тут в утецке пока скину. Поохраняйте 5 минуточек. Да, окей. Пойду в последнее плавание. Можешь у меня еды взять. У меня антитоксин есть, Серег. Если они тебе не давали, то у меня есть антитоксин. У нас, кстати, тоже семена есть, можем посадить. У меня, по-моему, в рюкзаке, Серег, семена. Попроси, пусть нам грядочку сделают. А у вас есть чем грядку сделать? Плюс у меня тут светофор. ХП мигает, кровь мигает, еда мигает, вода мигает. Температура ноль. Все, сдох. Так, я заспавнился. И... Я в Березино заспавнился. Фух, пипец. 2 из 2. Комбо, блядь. Так, я, наверное, тогда через охотничий лагерь пробегусь. Кстати, я посмотрю у меня в рюкзаке, нет ли у меня набора юного рыболова. И не помню, в какой жизни у меня он был. Это в той жизни был, когда нас убили в этом. Наверное, да. Так, я в лагере. Прицел, каштан, который нам не нужен. Бинт. О, Балтика нулевочка. Хорошо. Еще хворные таблетки. Так. Штаны. Жилетик. Кастет. Кастет, это хорошо. Уголь. Консервированный бекончик, Серег. Блин, зомби прям в одном из домов стоит. В дверях. Ладно, я его там закрыл. О, боевая куртка. Осталась пивнуха. Пивнуха пустая. Все, бегу к вам. Ё-моё, я нашел ЧЗ-ку. Ништяк. Я в 300 метрах от вас, плюс-минус. А вот я положил, я... тут аптечка была. А вот дядя, что такое, его что перегревается, а? Спасибо, парни, что выручили. Говорят, в перце много витамина С, так что отъедаемся. О, помидорки выросли. Отлично. А перцы сгнили, что ли, уже? Да. Не, бывает, бывает. Какой раз? Их, знаешь, нужно удобрять этим. Видишь, они гнилые. Как сказать, испорченный куст. Надо вот этим спреем, который тряпки дезинфицирует, опрыскивать каждый кустик. Тогда меньше шансов, что... Нет. Ну, у меня он был. Ты собрал урожай, нет? Да, все. Ну и все. Пойдем в бункер. Пошли. Все, парни, удачи. Пока-пока. Да, ладно. Что у тебя по еде, по воде? Еда белая, еда желтая. Полная яблоко или нет? Кто чихает? Я чихаю. А тетрик у тебя или нет? А, да, опять что-то у меня. Дай мне тетрик, потому что я что-то чихнул. И у меня хп вниз идет. Тупо 4 часа ночи. Мы, блядь, видос снимаем. Весело, однако. Однако. Ладно.
Тяжелый денек. Да, тяжелый денек. Все, давай, Серег, до завтра. Да, давай, до завтра. Че у меня с температурой, ёпты? Фух. Это бункер такой горячий или что? Да, смотрите, стою в бункере, сразу температура красная. Это бред. Жесть. Как бы они еще и не были какие-нибудь радиоактивные. Так. С утречка пораньше. Давайте, наверное, повырезаем семена. Так сказать, освободим сваты себе. Мои семена не вырезаются, пипец. То ли потому что это топор. Прикольно. Пытался сейчас с трех перцев семена вырезать, ни с одного не вырезал. Печалька. Кстати, я зашел в бункере, Серег, слышно меня, да? Да. Кстати, я зашел в бункере, у меня температура красная. Ну это еще было, помнишь, когда мы ночью перед тем, как выходили, я тебе говорил, что температура поднимается до класса. Не, не помню. Ну, короче, вот, с бункера выходишь, сразу до белой опускается. Пипец, конечно. У тебя семена остались же еще? Да, окей, значит, надо будет найти тяпочку, лопату, кирку, ледоруб, что-нибудь такое. Так, котелок с водой. Вода какая? Хер пойми какая, да? Стоп, а я очистить не могу почему-то. Потому что в нем что-то есть. Или... Не понял ничего. Значит, чистая вода. Что думаешь, куда двинем? Двинем. Может, Новодмитровск? Я там вот, а вот реально никогда не нахожу. Но когда-то же должно начать вести, правильно? Ну да. Вдруг в этом вайпе найдем. Там вот. Ну да. Там как город большой, почему нет? Интересно. Сейчас солью у себя кровь. Да потом шприцом вгоню, и она сама будет регениться. Потому что не полный набор собрать нельзя. С полной кровью все равно. Это странно. Ну, бах, очередной. А как проверить мне? Тестером только, да? Количество крови у меня. Получается, что да. Хотя нет, тестер только болезни показывает. По-моему, количество крови он не показывает. Но это нужно у дока. Помнишь, когда на алтаре были, проверяли это? Кстати, я заметил, что на банках с едой, знаешь, да, пишется там калорийность. Да. Так вот, я думал, эта надпись статична, то есть неизменна. А на деле, когда ты хаваешь, чем меньше остается, тем изменяются показатели характеристики, понял? Ну, то есть, если, допустим, ты на банке написано 500 калорий, съедаешь половину, написано уже 250 калорий, понял? То есть меняется надпись. Это круто. Блин, зашел в воду. Сразу мигающая температура. Это жестоко. Блин, еще искать алкатерь, все вынимать нужно. Так. Я ничего понять не могу. Котелок нельзя профильтровать. Получается, я пил с грязного котелка. Ты вообще как понимать? Жесть. Получается, выпил грязной воды. Давай там мультивитаминку съедим. Я не могу съесть мультивитаминку. Достали пилюлю. Вот так вот. Правой кнопкой нажимаем, и теперь достается пилюля.
Ха, забавно. Так, ну почему я котелок не могу профильтровать? Вот это непонятно. Надеюсь, бутылку-то могу. И бутылку не могу. Так. Это уже интересно. Ништяк. А, я понял, что не могу. Наверное, хлорные тоже нужно разделять по одной пилюле. Да. Будем знать, называется. Вот так вот. Теперь нужно из конвалют доставать по одной таблеточке. Интересно, интересно. Так, получается, хорошо. А как теперь в бункерах переждать выброс? Если там тупо перегреваешься, и значит быстро получишь пневмонию. Не прикольно. Серега. Походу, Серега зашел в игру и уже болеет. Сейчас смотри, как надо делать. Вот поднажимаешь на таблеточку правой кнопкой мыши. И тебе в инвентарь падает одна таблеточка. Да, я вижу. Я читал уже, да. Прикольно. Так, кстати, возьми, вот у меня есть ПУ-прицел, на Мосинку повесь. Надо будет потом патрончики найти на нее. Че, погнали на Дмитровск? Наверное, да. Идем. Списался с охотниками, говорят, пока еще квесты не выдают. То есть пока еще полноценно не работают. Жаль. Жаль, жаль, жаль. Могли бы взять по квестику и уже выполнять, начать. Тут такая ситуация. Я завтра уеду в Москву. Понял. Угу. По работе. 4 часа вечера. Мне не будет, а дня 4-5. Понял. Угу. Ну окей. Придется самому побегать. Ну да. Надо дробовичок найти. И противовирусных парочку. А также ледоруб. Или лопату, или кирку. Да по факту все нужно найти нам. О, семена кабачка, Серега, 20 штук. Прикинь, невидимые лежали сверху. Мы живем. Брючки с документами. Спички. Не зря. Так, Светлоярск. Весь лутать будем или как? Я думаю, давай, наверное, пройдем правую сторону. Захватим полицайку и не более. Хотя больничку не желательно просмотреть, но, блин, хер его знает, не знаю, я как-то так настроен психически. Ну, можем этому, весь город пролутать, пофиг. Давай это весь пролутаем. Только я вот думаю, что сейчас, скорее всего, закат уже, да? Солнце низенькое. Хз, ну да. Где-то за столовкой аномалия какая-то. Трамплин. Семена томатов еще 20 штук. Слушай, ништяк. Замечательно вообще. А, колун нашел пристиновский. Итого у нас 5 топоров, да? Ну, наверное, да. Неплохо. Шикуем. Плохо, шаруем, что... даже. Я же так тебе. Плохо, что им нельзя ничего делать. Ну, типа червячков это там да. Накопать или... Зомбак загорится на кого-то. Возле КПП? Нет, дальше высотки, с правой стороны возле КПП. Ну, там такой звук, что... Короче, на промке. Я понял. Там такой звук, нет, там именно он орёт. Тогда ладно. Это дебил так дышит, сука. Пока вута ноль, если честно. Вообще, печально все. Ой, блядь, полтер возле меня нарисовался из ниоткуда. Так, как таблетки с кодеином 5 штук. Кстати, таблетки теперь не стакаются и не разделяются. Это как бы не очень прикольно. Теперь придется, блядь, по одной таблетке носить. Ну, либо вынимать их из конвалют, но опять же... Но опять же, я не знаю, застакаются ли они в таком случае или нет, если из конвалют подоставать. Боевая курточка. Угу. Бочка для костра. Так, иду в больницу. Латекс, снайпер. Я поднимаюсь с церкви. Лутаю домики с правой стороны от церкви. Хорошо. С кромки только вышел. Я внутри больницы. Смотри, пока. Этот, я поменял курточку, у меня теперь боевая курточка зеленая. Хорошо.
Ну, больница пустая, к сожалению. Только перчатки были дымышат. И все. Ты хоть один закрытый дом видел, кстати? Да, много. Да? У меня пока ни одного. Не знаю. Ну, то есть неотпираемые, да? Не, таких нет. Нет, у меня все дома закрыты, я к тому, что они все закрыты, как будто на отмычку, понял, но при этом открываются. Ну да. У меня этот армейский бекон и кока-кола, ну, точнее, квас. Хавай сразу бекон. Если есть открывашка, потому что открывашка у меня есть, но я возле полицейки. Так, блин, нашел глок. Но он будет ли дымышит. Я магазин нашел на кольт. На кольт это хорошо, осталось сам кольт найти. Ну и патроны тоже. Даже с одним патроном. Ну, уже что-то. У меня есть FNX, но он без магазина и опять же без патронов. Хотя престиновский. Двое документов уже нашел. Так, наверное, буду читать их сразу, да. О, я нечто новое бы хоть и узнал. Это ништяк. Так, что именно, магазин... Что именно, что можно сделать ножом? Магазин на Юмпик с тремя патронами. Я магазин разряжаю, а патроны забираю. Тем более, что магазин у меня один есть на Юмпик в хорошем состоянии. Топор пожарного... Ворн. Может, хватит на сегодня? Ворн, походу. Нет, я свой сейчас дэмэдж выкину, а просто возьму ворн. Ништяк. На саму крышу лезть, как ты думаешь, или не стоит? Проверить. Давай проверим. Может, пачечка патронов патроны. Какая-нибудь? Пачка патронов тоже. Этих изоморфов. Как это хорошо. О, полицейский прямо на доме двухэтажки. Как он там? Как он там залез? Как он там оказался? Жизнь его наказала. Пару курточек. Противовирусная. Вот это уже хорошо. Уже ништячок. Так, котелок в машине вижу. Надеюсь, он с чем-то. Пустой. Ладно. Ты где, Серег? Внизу на железке. Еще один колун нашел. Это, конечно, круто. А магазин для Иш-70 для твоего пистолета. Убил. Так, бункер будем лутать, нет? Кстати, они сейчас охлаждают. Говорю сразу. Да. Спрашивается, ради чего рисковал, непонятно. А будем туровскую военочку лутать? Да я думаю, наверное, надо. Да я тоже думаю. Три зомбаря вижу, все три ходят вроде как снаружи. Так, еще два. Так, блядь, дождь пошел. Вот дождь пошел. Еще два прям в последней палатке, это пипец. Походу я смогу только одну палатку пролутать. И все. Ну я в конце лагеря. Понял, там где автобусы. Ё-моё, и в шлемах, и в брониках они. Так, баночка сардин. Это хорошо. Я вряд ли пролутаю хоть что-то. Магазин на FNX. Так, стоп. Падла, возьми его. Попробую среднюю палатку проводить. Там два зомбря ходят. Так, беги. Ты машину пролутал, да? Машины нет. Надо пролутать. Давай я с автобуса начну, а ты там дальше остальные машины. А я пролутал автобусы. Понял. Все, бегу к тебе тогда. Так, у меня есть FNX с магазином. И ЧЗ с магазином. Это хорошо. Осталось патроны где-то найти. 19 или 45-е. Где сверху поезд? Тут же поезд был. Нету поезда на рельсах.
видимо, убрал. Странно. Все, погнали. Я по дороге бегу. Новодмитровск. Да, подхожу. Промку лутать будем или не? Ну, в принципе, да. Первую часть можно пролутать слева. А вообще большие ангары лутать не будем. Только маленькие сарайчики всякие. Цинк открыт, и лута нет. Да, нет лута. Коробка изоморфов. Зеленые будки. ИРП. Отлично. Кучка, так. Блин, да где мои перчатки снова? Походу, когда резал курицу, у меня просто перчатки заруинились. Ну давай, что ты, хавай что-то. Давай что-то я буду хавать. Я уже похавал, собирай. Понял. Угу. Класс. Еду с белой, с полного яблока до желтого упала. И вода упала. А, третий раз подряд блюет, понятно. Это, походу, болезнь прогрессирует. Четвертый раз. Однако. Ну, красная вода. Была белая вода. Уже красная вода. Пипец. Давай, схаваем тетрика, что еще? Водочкой бахнем. Это жопа какая-то. Что-то, пятый раз, шестой. Какой он блюет уже, блядь? Угомонись, дядя. Ёпты, ёпты. Слушай, однако. Давай еще одну мультивитаминку. Что, блядь, делать, я не знаю. Вода красная мигающая. Красная мигающая. Круто. Была белая. Круто, галеты съел. Ну да. Прям вообще нормально так зашли. Температура желтая какого-то хера у меня. И поднимается вверх. Все, упала до белой опять. Снова дождь пошел. Какие-то дожди тут странные стали. Резкие. Ну да. Что с температурой? То белая, то желтая. Это типа признак болезни какой-то или что? Наверное. Что там у тебя по еде? Это желтая. Вода желтая, еда желтая. Воды больше нет, короче. Ладно, пойдем. Рация. Что-что? Рация, боевые штаны. Угу. А, антирад нашел. Здесь, Паш, походу, еда налутались. Потому что лежат вещи зомбаков, понял? Угу. У меня, кстати, песочка еще полностью открыта. Четыре таблетки кодеина. Так. Блять, они теперь не объединяются, эти таблетки с кодеином, пипец. О, дробовик-двушка, Серега. Красава. А, церковь выбрасываю. Паш, противовирусная еще. Слушай, ништяк. И винтовка Мосина. Да у тебя есть Мосина. Так она с этим сразу, с маскалатом. А, ну, маскалат забери. А тебе что, Мосинка не нужна? Нет. Если мы найдем патроны, то это максимум на одного человека будет. Ты же сам понимаешь, что мы их там найдем 2, 3, 5, 10, не больше. На двоих этого очень будет мало. Ты прыгал? Нет. Где ты? Походу, кто есть. Там, где зомбак. В желтом доме? Зомбака, слышишь? Я в желтом, да. Ты бегаешь сейчас? Да. Я ударил, слышал? Да. А ты открыл дверь? Да. Я на первом этаже в твоем доме. Противогаз с этим, с... Фильтром? С фильтром. Да, Мосинка вижу. Лежит. Но мне некуда, я могу топор только выкинуть. Тогда от зомбарей не смогу отбиваться. Что мне сделать? То есть мне либо топор, либо Мосинку брать. Но я же говорю, нерезонно и мне, и тебе Мосинку иметь. Ну как бы это слишком роскошь большая.
Ну, хер его. Точильный камень нашел. Это уже хорошо. О, это кайфово вообще. Винчестер. Обычный или золотой? Не, золотой. Состояние? Плестиновское. Вообще зашибись. Потому что у меня 9 патронов на него есть. Так что брать нужно по-любому. Ну, если что, укидывай топор, потому что топоры у нас есть. Ну, я пока взял и топор, сохранил, и винтик. Так, взял. Еще один антирад. Взял. Противовирусное еще одно. И банка сардин. Так, мачете нашел. Ну ладно, взял. Но опять 0 клеточек. Надо снова что-то выбрасывать. Вроде уже и рюкзак большой. Разгрузочка есть. Небольшая, конечно, но есть. Тайное знание. Не-не, такое даже не бери. Так, я сейчас, наверное, кое-что повыбрасываю. У меня есть большой газовый баллон, Серег. Что с ним делать? Это хорошо, конечно. Ладно, давай, я пулелейку нахер, пачка с порохом нахер, магазин на юмпик нахер. Помидор гнилой. Семена. Ну, сейчас, да. Еще один точильный камень, фловый. Вообще красава. Угу. Штаны химзы. Слушай, они 30-слотовые, ёпты. Нихера себе. Они еще и выглядят нормально. Хоть бегай в них. Они же серые. Ну да. На полу валяется детектор этот. Дозиметр. Наверное, чей-то пошел. Посреди улицы. Ну, логично. Погнали к колонке. Сейчас, Паш. Еще шутаю сейчас. Радиатор нашел. Я на колоночке. Окей. Документики простые нашел. О, и пивасик жигулевский. Отлично. Сейчас я доки прочитаю. Так, немножко рыбалки узнал. Тоже хорошо. Как караси ловить. Ага. Сардины. Ништяк. И, стоп. Двое сардин сразу. Комбо, блядь. Охренеть можно. Просто... Комбо сардину, да? Да-да-да. Так, стоп, стоп. Противогаз пока одену. Сорян, но ложить некуда. Так, возвращаюсь к колонке. Мне надо еще напиваться. Я с трудом только сейчас до белого поднял воду. Пипец. Сколько ни пей, он у меня не напивается. Я уже котелков 10 всосал. Надо нормальные перчатки найти, а то это не дело, Серег. Хотя бы одни нормальные надо найти, потому что у меня есть кусочек швейки, и просто подлатывать их. У тебя полная вода? Да. Помидорка свежая. Хавай. Так, курочку слышу. Убил. Что, разделывать сразу ее, да? И пойду руки помою сразу. Подходи ко мне. Я слева от тебя. Угу. Сейчас. О, набор для переливания. Это то, что надо. Так, дробовичок нашел и маску себе нашел на лицо. Дробовичок Badly Damaged. Хочешь, могу дать тебе и помидор гнилой. Как ты, Серег? Badly Damaged дробовик, правда, но могу тебе несколько патронов отсыпать. Так куда его, блядь? Хорошо, это тебе патроны на винчик дам, если что, будешь свинча стрелять просто. Окей, да. Это я в конце деревни был. Я видел. Противогаз ГП-5. Как у меня престиновский. А у меня престиновский еще. Что с этим? С фильтром сразу. А, у тебя ГП-5? Да, с фильтром. Понял, все. Не вопрос. Так, пошли вот в дом коричневый.
Так, вот тебе точильный камень, на. Будешь точить топоры там и прочую ересь. Сейчас патроны найду. Вот, нет, не здесь. Здесь вот 9 штук возьми. Так, кадеин. Кадеин я, наверное, вот эти выбрасываю. Блять, объединить нельзя. Место дохуя занимают. Мне и так 18 таблеток. Сколько, кстати, заряжаются в ней? 5. Раньше 3 заряжалось. Шестой в стволе. Слушай, ништяк. Раньше всего 3 было, помнишь? И сейчас двинем в дом, спасающий от выброса. Там как уже час ночи. Начало второго. Надо и меру знать. У меня 3 пакета физраствора. Отлично вообще. 3 собранных физика. Вот у меня рюкзачок. Хочешь посмотреть, что в нем? Неплохо. Можно гилик скрафтить, но он будет рыжий, коричневый. Так что если зеленый так найдем... Сейчас же так погода как раз под него. Под коричневый? Ну да. Да я думаю, может зеленый, если зеленую краску найдем. Я могу, кстати, у тебя гилик этот забрать, если хочешь. Забирай. Не совсем теперь удобно, правда, стало стрелять, но... В принципе... У меня же красные потрошки. Я готов. Ну я хоть чуть сваты подосвободил, мне это радует. Я в доме пока. Я в анборе. Газовый баллон еще один, не понял, это мой или еще это один? Это тот, который нет, который я говорил. А, так подожди-ка. Все, ништяк. Сейчас я курочку разрежу и пойду к колоночке. Она как раз за моим домом. Примерно. Угу. Так, все, я мою руки. Сейчас набираю 2 фляжки свои. Вот, смотри, прямо кирпичка и пианино. Сейчас я еще раз эти слева домики проверю. Тут, кстати, 2 сардины сразу нашел. Беги, наверное, в пианино, а я в кирпичку. Так, что-то заспавнилось. Химсвет. Не, химсвет нахер не надо. Давай я пойду в красный. Ну хорошо. Либо в разных комнатах выйти, ну то есть ты справа, я слева. Можно и так. Стоп, еще один котелок. В хорошем состоянии, а мои котелки badly damaged. Одно возьму. Все, давай, Серег, до завтра. Хотя нет, уже не до завтра. Давай. Увидимся через неделю. Да. Ну, примерно так где-то, да. Ну, плюс-минус, может быть и раньше. Я же там зависит, все будет от как обстоятельства пойдут. Ну, для людей все равно это будет минимум неделя, поэтому... Ну да, это точно. Все, давай, Серег, удачи. Да, давай, пока. Так, больничка. Больничка. Зайти бы, наверное, да? Блин, сейчас просто в домах листики летают. Хер пойми, трамполин это или нет. Все пусто. Так, и вот ни хера нет. Выброс. Это плохо. Так, Кадрина. Вода и таблетку. Недели таблетки кадеина. Так. Где-то тут полицейка должна быть. Вот она. Да, блядь, отойди.
надеюсь, на открыто будет. Так, открыто. Есть кто? Молчат. Куртка. Да, лута нет. Ребят, обидно. Все, ждем тогда окончания выброса. Кстати, а че выброс красный, а не зеленый? Это странно. Так, вроде выброс завершился. Или завершается. Но зомби сейчас не дохнут. Это плохо. Ну что, давайте погнали в Черную Поляну сначала. Оттуда, наверное, Красностав. Да, куда-нибудь вглубь карты. О, свеженькая панамочка. Отлично. А то раз по северу мы походили, то давайте двинем куда-нибудь на юго-запад теперь. Странно, но остановочки пустые. Хотя обычно лута тут многовато. Бита. Лыжная маска. Аптечка. С антитоксином, отлично. Это хорошо. Так, МП-40. Без магазина. Жопная сумка. Нет, не надо. Нож. Ворн. Ну, ворновский возьмем. Пойдет. Все, погнали в Черную Поляну. Пипец, сразу три аномалии. Электро, студень и жарко. Весело. Спрайтик. Это хорошо. Неплохое начало. Штаны хинзы. Престин. Ну, у меня, по-моему, тоже престин. Да, тоже престин. 30 ватов, кстати, а в моих 24. Может мне вообще их взять? А? Да возьму их, наверное, слушайте, а чё нет? Чем они хуже? Холоднее, скажите? Да вряд ли. Сейчас весна, сейчас тепло всегда персу. Менее камуфлированные, ну, такое себе тоже. Серый цвет нормальный. Главное, что не белый, не яркий. Пойдет, короче. Надо бы теперь перчатки найти. А то тоже, блин, зомбри находим. Людей, может, найдем. Еще пепси. А болтать их не получится, да, без перчаток? Вот плохо. Надо срочные перчатки, причем нормальные. Тряпочные. Не латексные. Стоп, кабачок сушеный. Ну, молодец, Черная Поляна, чё? Еда пока есть. Не супер, конечно, но и кабачок, и пепси. Можем сразу перекусить. Вот, кстати, сушеный помидор можем тоже схавать. Сушеные свежие хаваем, а из гнилых будем доставать семена. Золотой обрез. Так, может мне мой тогда выбросить? Почему выбросить? Во-первых, он уже дэмэджд. Во-вторых, у меня только красные патроны. А красные патроны, что с длинного, что с короткого, стреляют, по сути, на одну дистанцию. Плюс у него можно заряжать изоморфы, что тоже неплохо. Да, длинный обрез хорош только в том случае, если у вас зеленые патроны. Если есть красные, то лучше обрез короткий. Так, еще набор для переливания тоже хорошо. Почему? Потому что, смотрите, он занимает как мало места. Можно просто впритык подходить как к противнику, так и к стене. Книжка охоты. И отмычка. Вот это ништяк. И то просто супер. Давайте пока вот так. Охоту сразу читаем. Так, слева осталась пожарная часть и пивнуха. Пивнуху зайду, а в пожарную часть нет. Потому как что там? Топоры? У меня их и так несколько штук. Шмотки? Шмотки мне не надо. Поэтому пожарная часть отметается.
Ну, смотрим. Зря, чи не зря. Какая-то книжка. И все. Значит, зря. Давайте что? 50, 50, 50 калорий. Всего 50 калорий. Это плохо. Люблю вот такие сарайчики лутать. У них часто хороший лут есть. Очень часто, видите. Средний баллон с газом. Блин. Ну, давайте возьмем пока. Но, если честно, я пока ни одной конфорки не нашел. Пули. Не знаю, нужны ли они. Это только место будет занимать. Кусочек надо сразу ховать, а то потом испортится. Сейчас пища быстро портится. Да. В принципе, город пустоват. Да и по мертвым зомби понятно, что здесь кто-то недавно пролутался. Но все же пропускать дома и не заходить в них тоже было бы глупо, правильно? Как-никак, что-то могло уже появиться. Но пока нам с ним что-то не особо везет. Да. И тут мертвые зомби, да ё-моё. Они просто повсюду. Куда этот человек двигался, непонятно. Как по мне, мочить зомбари можно только тогда, классик, если у тебя много медицины в запасе. Есть как минимум противовирусная водочка, тетрик. Что как ни крути, хоть один удар пропустишь, и все. Там уже потихоньку начнут болезни появляться. Так, слева еще пивнуха должна быть. Погнали туда. А потом уже двинем в сам красностав. Мухи. Труп кипаря. Ну вот от чего он сдох, а? Скажите мне, пожалуйста. По идее, у него может быть все что угодно. И медицина, и точильный камень, и скорняк. Но вот как его лутать? На свой страх и риск? То есть он мог, по сути, здесь сдохнуть с голоду. А мог, например, и какого-нибудь зомби. Да, у меня осталась последняя таблетка тетрика. Ё-моё, вот это ник. Бот какой-то, ёпты. Так, блин, я так подумал, может быть, частично пробовать Красноставский аэропорт пролутать. Я знаю места без газа. Можно хотя бы частично пробовать облутать. А потом уже двигать в город. Как-никак, может, патрон найдем, броник или РП. А то еда нам пока неохотно попадается. Какие-то мелочевки в основном. Трамплин. Вышка, вышечка. Будет что-нибудь полезное у тебя? Ничего. Так, если честно, мне этот гилик мешает. Не могу даже прицелиться. Смотрите, как на обрезе он смотрится ужасно. Сейчас, наверное, я его разрежу. Пока он мне, в принципе, особо не нужен. В дальнейшем потом сделаю себе гиль-костюм. Пойдет. Так, ну что ж. Смотрите. Правое здание, вон то красное, пролутать нельзя. Там газы. А вот это левое можно. И пару сарайчиков можно. Там я довольно часто хороший лут находил. Так. Тут ничего. А вот тут частенечко хороший лут спавнится. Так. Как будто кто-то свое скинул, походное. Это странно. Это очень странно, ну ладно. И тут рубашка. Хм, тут должен военный лут спавниться, а спавнится какое-то говно. Непонятно. Ну ладно. Так,
прямо это бункер. Туда, наверное, даже не пойду. Чё-то на бункера мне совсем не везет. Все время лук какой-то говняный. Все, теперь так прямо по дороге, и будет нам красностав. О, стейк высох. Давайте перекусим немножко. Возможно, разумнее было бы сварить, конечно, эту всю еду. Но, блин, тратить на это все полчаса тоже не хочется. Так, блинчика закрыта. А внутри открыто. Это плохо. Шлем. Ой, блин, еще и тут открыто. Ну давай, лут. Блинчика, дай что-нибудь полезное, а? Ничего, да? Ни перчаток, ни морфинчика, ни адреналинчика, вообще ничего. Жадина говядина. Так, мертвый зомби или человек? Походу зомби. Это плохо. Значит, тут кто-то бродит с топором. Еще один мертвый зомби. Как минимум, да? С топором. Гильза на мосинку, ну блин, еще без капсуля не хочу брать, надо собирать, если собирать уж то хотя бы с капсулем, а еще лучше с порохом. Так, еще спрайтик, хорошо. Ё-моё, их походу не обутывают, да, потому что зомби с рюкзаком. А у меня перчаток нет, ну пипец, почему? У них же куча еды и другой вкуснятины. О, сардиночки, ништяк. Хоть что-то. Стоп. Консервированные спагетти, вот это уже ништяк. Надо сразу перекусить. Ох, две баночки с едой. Ну пойдет. Все же красностав не подвел. Так. Кто-то полетел на аномалии. Вопрос, кто и где. Может, возле полицайки. Непонятно. Так, ну на колонке никого нет. Хотя, блин, все дома открыты. Это плохо. Так, мертвый. Кепка. Ну, судя по тому, что он лежит на площади, то, скорее всего, его кто-то убил. Хотя лежит он давно уже. Вот у него может быть вуд какой-то хороший, но у него все зарубено, абсолютно все. То есть его зомби били очень долго и мучительно. Значит, там болезни будет целый букет. Так, пару зомбарей мертвых у машины. Может, конечно, это они на трамплине полетели. Сейчас будем смотреть. Либо же кто-то забрался на машину и убил их с машины. Тем же топором, например. Ну что, слушаем, есть ли в машине аномалии или нет. Я не вижу там аномалии. Это плохо. Есть кто? Ни людей, ни лута. Однако... Так, ну что, следующая основочка Дубровка. Дубровку нам вот так прямо. Погнали. К сожалению, кроме еды, красностав нас больше ничем не порадовал. Но спасибо и на том. Хотя бы не голодные ушли. Мультивитаминки. Вот это ништяк. 9 штучек. Так, не понял. И 3 мультивитаминки у меня просто пропали. Заменил, так сказать, да? Не объединил, а заменил. Понимаю. Нигде тут нету в текстурах. Ну хорошо, хотя бы больше на меньше заменил, а не наоборот. Это было бы крайне обидно.
Очень, конечно, жаль, что охотники не обслуживают еще. Так бы я мог скинуть половину своего лута там на базе. Так сказать, двинуться уже налегке. Там, как у меня, сами знаете, там почти ни единой свободной клетки нет. Как говорится, много барахла лишнего, но выбрасывать жаль. Потому как еще пригодится. Но так как они не работают, приходится все таскать на себе. И это хреново. Так, давайте еще перекусим. Стоп, мертвый зомби. Пипец. Да откуда во? Ничего понять не могу, куда бы я ни пошел. Везде мертвые зомбари. То есть, по сути, кто-то пошел так же, как и я, да? Тем же путем. Блин, это плохо. Мне такие встречи нахер не надо. Потому как мне просто лут ложишь некуда. А убивать и не облутывать... Бля. Это прям очень обидно будет. Странный какой-то дом. Один стоит. О, и документики. И спрайтик. Слушай, это хорошо. Документики давайте сразу читать. Потому как они вроде как нам уже навыки повышают. Это хорошо. Так, об охоте узнали. Отлично. Это то, что нам нужно. Есть. Вон и дубровочка. Отлично. Не ошибся. Хотя нет, это на дубровку совсем не похоже. Куда я прибежал? Тут еще и все открыто. Понимаю. Вышная дубровка. Значит, чуть-чуть выше побежал, чем нужно. Но ничего страшного. Вышная дубровка, это тоже хорошо. Картоха. Отлично. Давайте тогда ее пролутаем. Да, двинем уже в горку. А с горки, скорее всего, двинем на алтарь. Так как в этом вайпе мы там еще не были. Заодно и посмотрим на изменения. Так, рубаха с пулями. 308. Ну ладно. Штаны медика, но пустые, блин. Почему? Кто-то облутал, да? Колун валяется на улице, да. Кто-то точно все же пролутался тут. Курточка. Ну, футболочка. Ну, пустая. Блин. Почему везде какие-то последние, а? Ладно, чё, погнали в горку. Горка большая. Значит, и лута много должно быть. Нам бы еще не помешало удочку найти. Или набор вино рыболова. Тогда, по сути, мы всегда сытые были бы. А то бегать от баночки к баночке, ну, тоже не прикольно. Ну, блин, Библия. Кстати, может взять? Вдруг кто по квесту на алтаре заберет, да? Почему нет? Так, вот и промка горки. Отлично. Добрались. Давайте лутаться. Пустые брючки. Да, все открыто, конечно. Рабочие ботинки. Badly damaged, что эти badly damaged, так. Ой, надо позже запасные брать. А куда, да? Шеврон. Шеврон руин, это нихера себе. Так, это плохо. Это очень плохо, так. Шеврон надо снять, пропадет. И куда? А и некуда. Да и тем более такие же, да? Такие же убитые. Были бы новенькие, я бы еще понял бы. Так, снова брючки, но пустые. Бушлат с чем? С колючей проволокой. Так, эта вещь хорошая. И по-любому надо брать. Давайте, наверное, длинную палку выбросим. Только картоху надо забрать. Ну что ж, а теперь давайте лутать сам город. Да, тут уже зомбари орут. Полицейка открыта. Блин. Водичка пустая.
маловато, однако. Так, брючки пустые. Блин. Ну, где живут? Когда он так нужен? Так, есть ботиночки. Отлично. Надеюсь, они в хорошем состоянии. Так, ну, damaged, такие же, как у нас. Damaged. Переодеваем нашей. Сколько места занимает? Много. Значит, не берем. Ну, пойдет. Обновили свои, хорошо. На ближайшие сутки можно про них пока забыть. Погнали, долутаем город. Да, двинемся уже на алтарь. Так, пепси. Это хорошо. И пустой бушлатик. Да, еды вот как бы в городах не густо. Скажем, редко встречается еда. Но пепси, фанта, спрайт встречаются довольно часто. Что не может не радовать. Вот еще одна пепси. И топор. Но мне он не нужен. Давайте аккуратно пробуем больничку пролутать. Так, хворные таблетки, это хорошо. А взять некуда, давайте вот это все уничтожим быстро. Хворные таблеточки всегда нужны. Объять них, к сожалению, сейчас пока нельзя. Так, я вижу фильтр, и он руин. Как он может быть руин? Кто его выбросил? А с руинного можно пересыпать, интересно, или нет? Капец, обидно. Руинный фильтр. Оп. Гильза. Нет, на коряк не надо. А вот охота еще одна. Вот это ништяк. Читаем. Книжка охоты, это хорошо. Так, полицаечка. Вот что с полицаечкой делать? Вот, Тетрик. Эй, Тетрик. Вот тебя взять. Как? И куда? Не объединяется. Так. Тетрик не взять тоже глупо, да? Давайте что-то выбросим. Что можно выбросить? Так, крючочки с червячками нет. Пустой крючочек давайте выбросим. Так, не хочет таблеточки растакивать. Говнатый кусок. Он не распаковывает ее, я не знаю, как ее распаковать. Это у меня перс запакованный. Так, 357, 308. Ну что, с полицаечкой повезет, нет? Полицаечка, само собой, вся открыта. Есть кто? Так, мертвый чувак. Кто-то его уже бутал. Да, зря зашел, лута нет. С этим алтарем это нынче очень посещаемое место. Револьвер. Так, вот револьвер хорошая вещь. И его бы взять. Потому что 357 патроны попадаются довольно часто. Выстрел у него мощный. Давайте баллон для СЗД выбросим или как? Или запасной колун. Два колуна тоже. С другой стороны, сейчас можем продать кому-то колун на трейде. Давайте, да, кого он выбросим. Ну его нахер, короче. Лишняя пушка не помешает, хоть и дэмэджд. Либо можем колун повесить. Пока что вот так даже пойдет. А там, если не продадим, кинем в нубоповаточку. Кто-нибудь точно заберет. Колун вещь полезная. Так, толстовочка. Ё-моё. Давайте.
Давайте так. И еще пепси. Ну, пепси надо брать по-любому. В нашем случае это единственная еда пока. Хотя можно селочков сделать, может, колючку нашли. Да, поохотиться. Тем более навык охотника у нас уже поднят. Мы уже и документами прочитали, и пару книжек прочитали. Так что все должно быть ништяк. Все, теперь по прямой вот так вот, примерно километр. Отлично, относительно безопасная зона. Фух, можно немножко выдохнуть. Это радует. Есть. А вот и алтарь. Котелок. Так, взять что ли? Лишним котелок точно не будет. В крайнем случае сейчас продам. Или опять же скину бомжу палаточку. Добро пожаловать на алтарь. Фух, ну хоть сегодня день закончился удачно. И надеюсь, эта белая полоса продлится еще очень долго. Ну а я, пожалуй, здесь сегодня и переночую. Поэтому на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Не забудьте оценить видео лайком или дизлайком, ну и написать мне познавательный комментарий. Всем удачи, всем пока.